Автомобиль позволяет не заменять рукавные линии, по которым идет вода, а отогревать данные линии горячей водой, которая вырабатывает энергетическую установку в сторону данного автомобиля. Еще одна особенность этого автомобиля в том, что на данном автомобиле установлен автономный воздушный компрессор, значит, и два ресивера. Аналогов в настоящий момент машины нет. В России такой образец — это первый. Зарубежных образцов таких нету, ну у них и морозов таких нету, как у нас. Ну, сегодня Вагашинский завод противопожарно-специального оборудования презентует новую опытную модель пожарного автомобиля, который разработан, спроектирован и изготовлен опытный образец по заданию министерства совместно с Академией противопожарной службы России. Машина предназначена для работы в условиях холодов, то есть это мы называем северный вариант пожарной техники. Она имеет свои особенности. Она способна создавать положительные теплые температуры для подачи тушащего вещества и тем самым повышает эффективность тушения в крайне низких температур. Более 80% территории страны находится у нас в таких условиях. И мы надеемся, что данное техническое решение найдет применение в службах подразделений МЧС для того, чтобы наиболее эффективно выполнять задачи, которые возникают при возникновении пожаров разного рода.